Девчонки, всем привет! Я вас рада приветствовать на моем канале. Меня зовут Таня Гринович. И сегодня мы будем с вами делать укладку. Хочу показать вам легкую такую вот укладку. Локоны с небольшим объемом, чтобы вы смогли себе ее легко повторить. Я буду выполнять свою укладку с помощью вот такой плойки от марки Харизма. На самом деле, я училась у девочки, и она пользуется именно этой маркой. Вот я ее заказала, и прямо вот сейчас при вас хочу вскрыть и сделать ей укладочку. А для того, чтобы мои локоны и волосы были защищены, я себе сначала нанесу вот такой спрей от L'Oréal. Он именно для создания как раз таки воздушных локонов, но у него небольшая там фиксация есть. Волосы у меня чистые. Немножко вот... Кстати, расческа тоже от этого бренда, она очень такая прикольная, яркая. Мне понравилось. Одну сторону зацепляем. Чтобы нам не мешалось. А теперь мы берем просто и разделяем на несколько частей. Ну вот. Сначала давайте возьму вот такую часть, а эту уберу, чтобы не мешалось. Все будут достаточно вот такие вот широкие у меня локоны. Я беру плойку и немножко вот таким образом наклоняю ее вниз. Слегка подкручиваю. Аккуратнее ушко. Отпускаем. Продолжаем дальше. Самое главное в этой укладке не брать слишком тонкие, а то будет прям кудряшеньки. Немножко вот так волосы слегка остужать в ладошке, чтобы они держали свой завиток намного дольше. В этой укладке самое главное стараться держать плойку вот так вниз. Ну вот такие получились упругие локоны, и аналогично мы теперь крутим вторую сторону, потом будем разбирать. Я пропущу эту сторону, чтобы вам было просто интереснее уже конечный эффект. Ну что, девчонки, вот смотрите, я накрутила обе стороны, и у меня получились вот такие вот кудряшки. Можно пойти простым способом и их просто взять и прочесать, тогда они будут смотреться более объемными. А можно начинать разбирать каждый из локонов. Как разбираются локоны? Вы немножечко их оттягиваете и начинаете в местах, где они как раз таки вот изгибаются, немного вот так вот их подвытаскивать. И тогда они получатся у вас более объемными. И лаком фиксируем. На расстояние слегка вытянутой руки. Чтобы нам не мешали, ну локоны, например, которые у нас здесь имеются, верхние, можно их аккуратненько забрать. Вот так. Смотрите, еще раз показываю. Вы берете, немножечко их оттягиваете, и в местах, где они создают как раз изгиб, оттягиваете. Получается вот такой более воздушный локон. А вот смотрите, получается, эта сторона у нас более уже такая объемная, но при этом очень-очень они живые, а эта сторона еще, видите, пока что не такая. Поэтому
локоны могут получиться у вас вот такие вот. Но при этом они вообще очень-очень упругие и живые. То есть их можно туда-сюда трясти, и они будут так же смотреться. Вот такие вот, девчонки, локоны у вас могут получиться, они очень классно смотрятся и производят впечатление на всех, потому что они супер живые, супер мягкие. Для того, чтобы они были более текстурные, их можно пробрызгать вот такой вот штучкой, это спрей-соль от L'Oréal издалека. И тогда, во-первых, запах, во-вторых, у них появится больше именно текстуры. Но только чуть-чуть, девчонки, потому что она может прям им сильно дать, ну, такие завитки. Вот так. Мне очень нравятся такие локоны, они смотрятся прям супер прикольно и как раз по-весеннему. Я надеюсь, что вам понравились такие локоны, и ставьте мне класс, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Будем стараться делать еще какие-нибудь причесочки прикольные. Кстати, они могут легко забираться на одну сторону, вот так вот перекидываться. Ну, например, если вы хотите выглядеть с ними больше игриво. А еще, если ну, вам, допустим, интересно, как они будут смотреться, их можно прочесать. Попробую вам показать, например, вот на этой прядке. Когда они прочесываются, они становятся более мягкими. Ну, это если вдруг вам хочется. Мне сейчас хочется такого объема больше, и кажется, что они так смотрятся игривее и, ну, как какие-то более такие фантастические, как кудряшка Сью. Пока-пока!